Инспекторы отдельного батальона ДПС Владикавказа Сослан Караев и Казбек Багиев, как обычно, заступили на службу. Внезапно к ним подъехал автомобиль. С пассажирского сиденья за помощью к полицейским обратился мужчина. Что случилось? Давай. Пропусти машину, остановись. Мы несли службу на Архонском кругу. В какой-то момент к нам подъезжает машина, где за пассажира сидел молодой парень. На руках ребенок в бессознательном таком состоянии. Нами было принято решение проследовать в ЦКБ для оказания помощи ребенку, где незамедлительно мы выехали. По дороге сообщили в дежурную часть. Памир 46. Сопровождаем водителя. Ребенок в бессознательном состоянии. Сообщите в ЦКБ о прибытии. Включив проблесковые маяки и используя специальные звуковые сигналы, инспекторы на большой скорости помчались в ближайшую больницу. Благодаря оперативности и профессионализму полицейских, полуторагодовалой девочке вовремя оказали медицинскую помощь. Взволнованный отец ребенка Эльбрус попытался восстановить хронологию событий. У моей дочки поднялась температура, и у нее начались судороги, и она стала терять сознание. Я очень испугался. Выбежав с ней на улицу, на наше счастье во двор приехало такси. Он сразу подъехал, поняв, в чем дело, и мы поехали. На Архонском кругу тоже по Божьей воле оказались сотрудники. И ребята, увидев меня с ребенком на руках, сразу без слов включили сирены и сопроводили нас до ЦКБ. Слава Богу, мы успели вовремя, и все закончилось благополучно. Хочу сказать всем водителю такси, ребятам на патрульной машине и врачам приемной ЦКБ огромное доброе спасибо. Посаумана хошкене гуэт, плохисандарма вабинюнта. А сами сотрудники, убедившись, что ребенок в надежных руках медиков, и успокоив взволнованного Эльбруса, вернулись на место несения службы, готовые в любой момент прийти на помощь тем, кто в ней так нуждается.